Уважаемые коллеги, дорогие друзья, касаясь вопросов международной безопасности, нельзя не затронуть ситуацию на Украине. Кыргызская сторона убеждена, что любой конфликт должен решаться за столом переговоров. Мы приветствуем посреднические усилия и мирные инициативы, способствующие поиску взаимоприемлемого решения по завершению этой войны. Кыргызстан неукоснительно придерживается принципов территориальной целостности, суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств и выступает за соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права. Сегодня мы видим происходящие глубокие изменения в мировой архитектуре международных отношений и безопасности. Нашу озабоченность вызывает новая гонка вооружений и возникновение очагов напряженности в различных уголках мира. В этих условиях ради будущего новых поколений считаем важным сообща работать над укреплением глобальной и региональной безопасности с учетом интересов каждой страны.